Привет, друзья! Сейчас у нас 5 утра, где-то полпятого. И я нахожусь в международном аэропорте в Алмате, и я лечу. В этот раз не Москва, это не Алмата и не Прага. Я лечу в Турцию, одну из моих самых любимых стран. Мы едем туда отдыхать. И со мной летит мама. Мама? Я сижу как мама. В Анталии нас ждет ожидает человек, он нас встретит, и мы подъедем вместе отдыхать. Так что я хочу, чтобы вы сейчас остановили это видео, вошли в комментарии, написали, какой же этот человек нас там уже ожидает, потому что вы его знаете, если вы смотрите мои влоги, вы его часто довольно-таки видите. Хочу, чтобы вы проверили свою интуицию и угадали, кто сейчас с нами поедет на отдых. Так что мы едем втроем, и я so excited насчет этой поездки, она была очень спонтанная и неожиданная. Так что все, увидимся с вами уже в Анталии. Спала на 4 местах, это было очень хорошо. Не мы, а ты? Я спала. Мама устала, всю ночь спала, я поспала, но я говорю, уже очень прямую. Очень-очень прямую, это я прям представляю. Вот сейчас поземляемся в своей сфере. Мам, как ты сейчас? Все хорошо, отлично. Вот, еще ночь спала. Здравствуйте. Ну все, нашли, слава богу, она никуда не ушла, ее не убили, не изнасиловали, не везли сексуальное рабство. Слава богу. Все еще рассказывает, что здесь все говорят на русском, и она бы хотела говорить на английском, потренироваться, но у нее не получилось. Сейчас мы пришли в автобус, нам до Алании ехать 2 часа. Сейчас ждем остальных туристов и уже едем непосредственно в наш отель. Ксюша вообще в неведении. Куда мы едем? Что мы едем? А она не знает, в какой отель. Вообще, да, я просто знаешь сексуальный раз, что с незнакомыми людьми не знаю. Себя не забудь там оставить. Нет, нет, я как волонтер. Вот мы сейчас разобьемся, а вдруг там одна стоит. Я не знаю, что делать. Нет, я просто думала, если наш самолет разобьется, или мы пойдем с мамой в аварию по дороге. Как Максюха будет стоять, ждать, не знаю, в какой отель ехать, никуда не знаю, вообще. Не, ну я бы что-нибудь придумала, но знаешь, это было бы ужасно, конечно. Отдых бы пропал. Примера. Я шучу. Что за черный юмор? Ну не возвращаться же тебе. Ну да, не возвращаться, надо идти отдыхать. Вот мы приехали в отель, хотела вам все заснять, пока мы все. Там у нас какие-то поцелушки происходят. Вот так все у нас здесь происходит. Все в таких красивых лазурных цветах. Мне это очень нравится. И вот посмотрите, какой у нас вид на балкон. Мы попросили, чтобы у нас был вот вид такой. И нам его, собственно, сделали. Очень красиво. Мне все, в принципе, нравится. Вот такие у нас дела. Потом, может, поподробнее покажу. Мам, да вообще зашибись, все красиво, мне нравится. Ксюша, сейчас начнется рай. Сейчас начнется рай. Мы идем на обед. Идем на обед. Сейчас Ксюша постигнет рай на земле. Ну что, Ксюш, как? Тебе нравится? Ксюша, он нравится. Она увидела арбуз, увидела, смотрите, сколько тортов. У Ксюхи первый раз такое, all inclusive. Смотрите, сколько мы с Ксюшей понабрали. Ксюш, покажи свою тарелку. Тарелка для леди. И для наших фигур, да, Ксюш? Это еще не все, там еще десерты. Это у нас сейчас еще самый маленький ресторан, потом пойдем в самый главный. Ксюш, счастлива? У Ксюши набрала себе десерта. Арбузик, печеньки, там очень много всего есть. Итак, дорогие друзья, сейчас мы пришли с Ксюшей на пенную вечеринку. Не знаю, как это все будет проходить, мы пришли немножечко пораньше. Сейчас встанем вот сюда, вон туда, в очередь. Блин, Ксюш, ты попала. Сейчас мы с Ксюшей пойдем, возьмем вон той бабушки. Ой, прости, ребенок. Возьмем у той бабушки лепешки, они очень вкусные, она их сама делает. Поедим. И вот на пирсе будет сама проходить непосредственно эта пенная вечеринка. Не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Ой, сейчас нам тетенька будет делать такую вот лепешку. Очень здорово. Так попробуем. Ну вот мы с Ксюшей идем на нашу лепешечку. Я взяла с мясом. Вот Ксюша, Nature Beauty. Она возмущается, что ей не нравится, что без косметики она. А у нас сейчас вообще Total Nature Beauty, хайлайтер, это твой пот. Да, Ксюш, хайлайтер это твой пот. Абсолютно. Вон она моя уже лежит. Ну вот, посмотрите, что тут происходит. Вот вам и пена. Пены так нету, но краска тут оказалась. Много. Уже холодно, хлорку пустили, а по такую музычку ребенок просто кайфует. Просто она молодец. Она такая молодец. Просто ребенок кайфует.
А сейчас мы идем на обед, на ужин. О, смотрите, какой у нас здесь вид. Кстати, вот наш балкон, по-моему. А, наш следующий. Вон наш следующий. Вон, где труселя висят, видите? Вот. Вот такую музычку она отдыхает. Она отдыхает. А, он просто тут тренируется. А, на виолончель. Смотрите, какая красота. Месяц. Вон закат уже. Просто красота. Мам, ты ребенка спугнула. Я ей помахала. Мам, можете снимать? Ну, не знаю, потом если не понравится. Хорошо. Да? Вот Ксюша, ну, пушистик. Красиво, вот мама. Жирок. Мам, ну жирок, он такой, он коварен. Мы сейчас идем на ужин. Я выгляжу как модель из 90-х, из «Отчаянных домохозяек». У меня такое красивое платье. Зеленый леопард. Какой волшебный рынок? Это H&M, мама. Идем сейчас ужинать. Красота. Девочки целый день провели время в аквапарке, купались. Я с ними никуда не ходила. Сфоткала? Сфоткала. Мам, я знаю, ты видишь, да. Снимаешь. И теперь они голодные. А давайте, зеленый леопард. Нам очень нравится, мы хорошо отдыхаем, боимся сгореть. Да, месяц когда белая. Да. Нет, Нармин, ты подзагорела. Да ладно, нос? Мне кажется, лицо у тебя подзагорело и грудь немножко. Ксюша что-то вся белая. Все белая. Красиво. Красота. И вот, смотрите, я думала, что это манго. Оказалось, это сыр с медом. Здравствуйте, если это священные штуки есть, мама. Да, мама? Скажи, как не стоят для здравствуйте. Да, они берут, например, жареный лук, сладкий могут сделать. Ну. Надо же удивлять людей чем-то. Ну да. И вкусные торты. А сейчас Нармина вам продемонстрирует свой прекрасный слог. Или такси. Торт, правильно. Что тут? Что ты сейчас сказала? Что ты сейчас сказала? Да, торт или торты? Торт. Торт. Торт, да. Ты сказала правильно? А зачем комментировать, что я говорю правильно? Жару. Торты. Я говорю, ты сказала? Я вот ничего не сказала. Ты сказала? Я сказала, вкусный торт. Все, что сказала. Или ты так сделала, торт или торты? Нет, торт, это все записано. Это просто происки и журналюги докопаться до людей со своей. Мам, ты сама сказала, торт или торт? Сейчас проверим на камеру. Я еще сказала, мам, ты же правильно сказала, торты. Сейчас проверим. Нармина жестко издевалась над Ксюшей. Так она сказала, у Ксюши нет братьев и сестер, и она не ожидает. Нечего ходить просто так возле бассейна. Да, потому что тебя скинут. Я ее скинула сегодня два раза. Еще что сделала? О, чего мы сегодня только не делали? А, я еще еле факу стегнула в бассейне, я там не могла застегнуть. Она хотела так вкусно. Они еще порвали Ксюшины сланцы. Порвала сланцы. Она не могла застегнуть свой купальник, она ходила и орала, я сказала, я полегу. Я не ходила. Даже что, если бы я вышла? Слушай, надо было не растеряться, подойти к мужчине и попросить тебе его застегнуть. Кого, мужчину? Нет, не мужчину застегнуть. Мы идем на развлекательную программу, сейчас 21:30. Наркомания! Я ничего не делаю. Посмотри. Мам. Не вранье, Ксюш, не в смысле там бигнул? Я слышу.
Там бибикнул. Ну что спорим? Спать! Ну спать! Ты что, собака? Ай! Там у тебя не бьющийся. На маленьких детей можно наорать, они спать лягут. На вас не знаю, как действовать. Арвин, все. Все, пока, Ксюха. Была Ксюха, минус Ксюша. Арвин, Ксюша так там худенькая, ты ее просто сейчас отбиваешь. Отпусти. Отпускай. И ты уходишь? Да. Уходишь? Да. Спокойно? Да. Капок, убери! Подумай. Нормин, я уже не могу. Я спать хочу. Нормин, ты сейчас кишки выдавишь. Надо встать? Ксюша, кусай ее, да и все. Ай, ты что сделала за шею? Там еще там эти точки болевые. О, смотри, Ксюша себя борцом возобнила. Ну хорошо. Я же на тебя сейчас как вот так упаду, и я тебе ничего не останется. На сегодня пятница, третий день отдыха. Ксюша у нас обгорела. Мы с Ксюшей попробовали вино красное. Нормина отказалась. Вот видите, вот пустые тарелки у нас. Ну, пока девочки кушают, я поснимаю. Одна из любимых наших витрин. Ну, мои флерчики. Наилюбимейшая пахлава. Тут изобилие пирожен. Турецкие кондитеры постарались на славу. Не приучены мы к морепродуктам. Но Нормина есть мидия. Что, девочки, какие планы? Мы пришли во второй ресторан. Вот сегодня праздник. Засекли меня. Подождите, я вот в стороне. Я за вами следила. Не могу идею. Ну, надо спросить. Не пойму. Ну, как-то постараться. Ксюша же с ними ВКонтакте. Пойдемте посмотрим детский ресторанчик. Мам, может, где мороженое, мам? Давайте посмотрим. А где мороженое? Мороженое там. Это все детский стол, чтобы сами себе выбрали. Ой, какая прелесть. Девочки, мороженое нашли. Не нашли, мы только пончики нашли. Чай будешь? Я хочу чай с молоком, но я не могу прийти найти молоко. Не получишь, детка, молоко. Его, знаешь, только утром с хлопьями дают. Я нашла свое яблоко. Как? Ну а там уже все ушли, а там ничего. Они уже все оставили. Это не факт, не факт. Мам, они все убираются там, она на телефонах. Воровка. Я хотела это яблоко с Питера, мам. Воровка. Только нравится она ему, типа. Он хотел на них побежать, или типа ему оставил, типа эти шутники же местные. Thank you.
весь вечер продолжается. Да, в номере она нам шикарно с Ксюшей танцы устраивает. Ну, прям не знаю, как эту танцовщу остановить в номере. Мы ушли с турецких танцев. Подожди, Нармиша, а коктейли? Кто будет, мама, что ли? Ксюша узнает, сними секунду. Она умеет. Пойдем. Ксюша, она у нас по коктейлям. Все бармены Турции, они только... Они все знают Ксюшу. Они на нее смотрят в глаза и говорят, все, мы знаем, что ты девочка наведала. А что мы хотим? Ну как что, спиртной коктейль. Да я шучу, вы чего? Мам, не пьем спиртное. Я хочу воду со льдом, ты знаешь, что я люблю. Ксюш, ей отдельно стакан со льдом закажи и все. Не-не, так и будет, не буду. Ксюша, Ксюша. Ты что-то русская. Вот так. Это Стас Михайлов, мама. Это Стас Михайлов, я отвечаю, я его узнаю с тысячи. Ну пошлите туда. Там тоже дискотека, пойдем туда. Это была Лобода. Блин, Стас Михайлов, алло, мы что, уже не можем? Пойдете туда? Нет, ну, давайте пить. Что-то не, я мне не кумарь, я хочу только Стаса Михайлова. Короче, как-то нам не очень понравился турецкий вечер, как-то эта их музыка, она как бы меня зажигает, но как-то не очень. И мы решили прийти вот на фойе около нашего номера. Ксюша вон берет нам пить. Просто у Ксюши, я не знаю, она как-то с ними общий язык находит. Я как-то не люблю вот стоять около бара. Они тоже почему? А они меня тоже не любят. Они ее держат возле барной стойки по 3 часа. Не люблю вот лезть, а Ксюша как эй, ты ходи сюда, типа вот так. И у нее все получается. И быстро так руку задергает и говорит, все, давайте ко мне. И все у нее получается. А я стою такая, ну нет, что-то я не хочу. Вот трогать можно я уйду? Ну я просто не люблю с ними разговаривать. Ксюша молодец. Да. Что есть, то есть. Ну и дальше потом, что Нармина рассказывала историю, вот я хотела. Ну, короче, они Ксюха уплыла, точнее, она встала и ушла. Я осталась на заезде с этими двумя мужиками. Я такая, что делать? Они начинают что-то говорят на турецком. Я говорю, я не понимаю. Она такая, мы в курсе. Я такая, да что вы говорите? Он такие начали потом сидеть, говорит, ну вот. Мам, я не хочу, мне не нравится.